Как только в Сургут придут все результаты ЕГЭ, выпускники получат аттестаты и свидетельства с баллами за госэкзамены. Их они и будут подавать в вузы. А в высших учебных заведениях Югры стартовала приемная кампания. Пока основные посетители комиссии – это те, кто будет получать второе высшее, или те, кто по каким-то причинам не смог поступить прежде. Абитуриенты уже могут подавать документы в СургГПУ и Сургу. В госуниверситет в этом году могут поступить почти 2100 человек. Почти половина мест бюджетные. Это на 15% больше, чем в 2017. В целом остается такая же ситуация, как в прошлом году. Это специальности лечебное дело, педиатрия. Это направление специальности Института экономики и управления. То есть экономика, экономическая безопасность. И в современном тренде это направление политехнического института. Зачислять абитуриентов будут согласно рейтингу, который составляется по количеству набранных на ЕГЭ баллов. Продлится приемная кампания до 25 июля. Добавлю, что в вузах всей Югры организовано порядка 3000 бюджетных мест. 10% для льготных категорий – ребят с особенными потребностями, сирот, иностранцев. Всего абитуриент может подать документы в 5 вузов, а затем, если пройдет в несколько, сам определить, где ему больше хочется учиться.